Ух ты! Ого! Папа! 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 Можешь поиграть, малыш Саша. Вы готовы все сегодня выиграть приз? Да! Вы готовы все сегодня выиграть приз? Да! Купим мы вам сладкой ваты. Всем вам сладкой ваты, отдыхаем в парке, просто веселись. Да! Попробуйте, у вас несколько попыток. Метка! Вы выиграли приз! Да! Здесь так много развлечений, посмотри! Да! Здесь так много развлечений, посмотри! Да! Мы катаемся по кругу, мы нужны друг другу, здесь так много развлечений, посмотри! Ух ты! Посмотрим на новый аттракцион! На машинках покатаемся сейчас. О, да! Можем врезаться друг в друга в этот раз. О, да! На машинах быстро едем. Очень быстро едем. Можем врезаться друг в друга мы сейчас. О, да! Испытай свою удачу. Попади в утку. Хорошо. Ну что ж. Папа самый лучший. Нет, малыш самый лучший. Ура, малыш Саша. Пусть сейчас поезд едет далеко. Чух-чух. Пусть сейчас поезд едет далеко. Чух-чух. Мы играем, веселимся. Да, мы веселимся. Пусть поезд едет далеко. Чух-чух. Отлично, вы выиграли приз. Да! Да, для нас был хорошим этот день. Да, да! Да, для нас был хорошим этот день. Да, да! Было весело сегодня, весело сегодня. Был чудесным этот светлый день. Был для нас самым лучшим этот день. О, да! Был для нас самым лучшим этот день. Было весело, чудесно. И так интересно. Был для нас прекрасным этот день. О, да! Пиратом стану я скорей, смотрите на меня. И будем вместе мы играть, что скрывается на дне морей, скорей. Здорово, ты нашел костюм пирата. Смотри, малыш Саша, у нас есть водяные бомбы. Да! Пираты в море поплывут, и что же там они найдут? Большая бомба, посмотри, ты меня поскорее удиви. Привет, ребята, можно поиграть с вами? У нас тоже есть пиратские игрушки. Да, конечно, присоединяйтесь. Да! Пираты в море поплывут, и что же там они найдут? Большая бомба к ним летит, стало больше пиратов, только посмотри. Привет, ребята, можно поиграть с вами? Вот, у нас тоже есть водяные бомбы. Да, да, идемте. Пираты в
нужна помощь? Да! Пираты в море поплывут, и что же там они найдут? Большая бомба к ним летит, стало больше пиратов, только посмотри! О нет, капитан! Морской монстр уничтожит наш трос! Ой, нет, монстр! Пираты в море поплывут, и что же там они найдут? Пиратов снова удиви, это чудище морское, посмотри! Ребята! Капитан, могу присоединиться? Да! Папа, стреляй в них! Пираты в море поплывут, и что же там они найдут? Пиратов снова удиви, эта клада не таится, только посмотри! Эй, пираты! Вот что вы нашли на таинственном острове! О, ура! Ух ты! Этот клад такой вкусный! Спасибо, милая! Да! Это очень вкусно! Эй, ребята! Ух ты! У вас здесь большой проект! Могу я помочь? Да! Наша собственная автомойка! Мыть машину знаю я, вместе веселей. Да! Всюду брызги, пузыри, намыливай скорей. Да! Пусть блестит машина вновь, грязи больше нет. Все сияет, ведь с тобой открыли мы секрет. Помоем лобовое стекло. Мы поливаем водой и постепенно смываем грязь. Всюду снова пузыри в воздухе летят. Будем в пенке с головой помыться, все хотят. Моем машину мы, багажник и капот. Посильнее потереть, и грязь совсем уйдет. Я покажу вам, как делать пузырьки с помощью губки. Намыльте хорошенько губку и помните ее. Нам нравится машины мыть и брызгаться желаем. Нам вместе весело играть, мы все об этом знаем. Нам в чудесную игру понравилось играть. Ведь без дела никогда не надо нам скучать. Надо смыть все мыло, прежде чем сушить машины. Промыть все маленькие отверстия и трещинки. Теперь машину мы высушить должны. Вечер, солнце нам с тобой для этого нужны. Тканью можно протереть машину от воды. Будет чистая она за все наши труды. Если вода еще капает, нам нужно выжать нашу ткань. Выжимаем, 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 и вода уходит. Приходите к нам.
Без сомнений с нами вы поверите мечтам. Ребята, вас уже ждут клиенты. Что? Да! Привет! Да! Прыгнем к папе мы в бассейн, любим плавать мы, любим плавать мы, любим плавать мы, любим плавать мы, и игры нам нужны. И бояться ни к чему, плавать так легко. Плавать под водой хотим, словно рыбы мы, словно рыбы мы, словно рыбы мы, словно рыбы мы, нам плавники нужны. Плавать хочет наш малыш, плавать хочет он. Пришло время купаться. Возьми с собой игрушечную акулу, лодочку и резинового утенка. Пора сегодня ванну принимать, принимать, принимать. Поможет мыло чистым снова стать, пузырики пускать. Очень быстро мыло смоет грязь, смоет грязь, смоет грязь. Тщательно потри мочалочкой, чтоб чистым снова стать. Надо лицо свое умыть, волосы надо мыть. Надо лицо свое умыть, сможешь так и ты. Мыться может сам малыш, сам малыш, сам малыш. Он все понял, ведь слова мамины просты. Мама
сейчас. Мыло смоем мы сейчас, и станешь чистым ты. Ну, а теперь пора играть. Нам играть, нам играть. Будешь плескаться и нырять. Чистым стал теперь. Из ванны сейчас сольем мы воду. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. Из ванны сейчас сольем мы воду. Нужно так, поверь. И вытираться нам пора, чтоб тепло сохранить. Чистым, веселым ты всегда, малыш мой, должен быть. Такие животные, как тигры, живут в джунглях. А еще в джунглях есть обезьяны и разноцветные птицы. Хочешь на них посмотреть, малыш Саша? Это отличная идея! Да, я хочу! Это будет очень здорово! Мы в зоопарк, едем скорей! Мы в зоопарк, едем скорей! Мы в зоопарк, едем скорей! Вместе веселей! Там и тигры есть, и слоны! Конечно, сегодня увидим их мы! Любим мы зверей веселей! Едем с нами поскорей! Добро пожаловать в царство животных! Спасибо, мистер Зебра! Видим мы бассейн, каждый бегемот очень широко открывает рот. И мама, и папа, и малыши плавают в бассейне. Бегемотик рот открыл и так быстро нас покорил. Зубки все нам показал радостный бегемотик. Малыш Саша, я думаю, он хочет поиграть с тобой. Вы это видели? Кажется, у тебя появился новый друг. Я вижу тигра, он зарычит. Я вижу тигра, он зарычит. Я вижу тигра, он зарычит. Тигры могут так. Будет мурлыкать, дай молока. Будет мурлыкать, дай молока. Милый тигренок, кушай пока. И вырастешь большим. Пойдем, шоу обезьян уже начинается. Дамы и господа, мальчики и девочки, я представляю вам замечательных... О, нет! Сумасшедшие обезьянки! Шоу еще не окончено! Куда мы идем, мама? Я не знаю. В кронах деревьев прячется кто? В кронах деревьев прячется кто? Что увидит, ты там готов? В нашем зоопарке. Это жираф. Высоко, все угадали мы легко. Он голодный, тогда его можешь ты покормить. Нечего бояться. С ними обращаться очень просто. Увидимся там. Будем скользить, так быстро мы. Будем скользить, так быстро мы. Нам с друзьями так нужны веселые приключения. Что же внизу теперь нас ждет? Оттолкнемся и вперед. Наверное, там большой сюрприз. Вместе мы скользим. Посмотрите. Вы прибыли как раз к параду. Это фантастика! Да, посмотреть пришли мы на парад. Да, посмотреть пришли мы на парад. Каждый здесь будет рад. Лучшая вечеринка. Весело было нам, друзья. Весело было нам, друзья. Здесь зверей целая семья. Любим мы зоопарк.
вернуться завтра? Возможно. Пожалуйста.